Югорчане уже начали делать свой политический выбор. Досрочное голосование проходит не только в отдаленных районах округа, но и в муниципалитетах. Отдать свой голос могут те, кто по уважительной причине не сможет этого сделать 8 сентября. Помешать, например, может командировка, отпуск или лечение. На избирательном участке нужно предоставить лишь подтверждающий документ и паспорт. Сейчас свой выбор уже сделали больше 200 югорчан. К выборам я отношусь положительно. Это такая маленькая возможность выразить свое мнение, так как каждый из нас имеет свое мнение, и каждый из нас — это определенная личность. Поэтому думаю, то, что игнорировать выборы не стоит.